палка падает тоже. То есть не кисть ее крутить вот так, сила. Она раз упала, с ног подкинула. Вперед 5-6 раз. Пальцы не расцеплять вот так, то есть, чтобы кисть работала. И палку держите, чтобы немножко оставался зазор для захватов, для ударов каких-то. Вот в таком положении. Вращаете вперед, потом точно так же назад. И другой рукой то же самое. Можете все то же самое с ходьбой поделать. Только не сталкиваться. А делать. И не забываем дыхать. До самой крайней. Основной край внизу где-то был побольше. И прямой удар накидываем. Кисть, кручу. Плеча. Акцент на плечо и на ногу. Взяли. Рука в локте не выпрямляется. Вокруг тела, по талии начинаете палку катать. Вот почувствовать, что вот здесь вы выдох сделали. И на выпрямлении удар не увидите. Опять. Чтобы не было удара по почве. Бьет не рука, а бьет туловище. За счет того, что вот прогибаете через спину, и она палка вот. Перевели, ударили. Грудь чуть вытягиваем, потом, видите, немножко складываемся. И опять за счет прогиба сюда. Выпятили, перевели, сложились, прогнулись туда. Удар. Раз, два. И можно где-то разворачиваясь за спину. Спина ровная по возможности, ногу на голени поставили, почувствовали вот это покачивание, начинайте ногой. Она сама подкалит, вот она. Захват вот такой, как будто нож, и просто идет в грудь вот так, как там. Если остался, значит, задевался партнер, значит, он так будет идти. Задача сейчас, посмотрите, сейчас. Даже не фехтовальным, вот обычным шагом. Спокойно. Движение, посмотрите, чуть накрутили руку и сами прям встречно укол начинаете делать. На шаге назад сначала, раз, ушли, оп, и он спокойно проходит дальше. Развернулись, он снова идет, раз, два. Сейчас постарайтесь не отталкивать его еще раз, не отталкивать руку вот так, там куда-то идти. А за счет проворота предплечья, и вот сейчас пожестче руку держу, вот чувствуете, он все равно в вас сейчас помедленнее, все равно вот в вас попадет. Вот здесь надо плечо, вот назад отдать, видите, и потом уже встречный круг. Круг делать, раз, два, видите, пропускали. Можно даже им немножко поуправлять, когда он вышел, развернуть его опять на себя. То есть движение идет, раз, проворот, оп, развернули. Налево, направо подъем. Управление за счет проворот снова идет движение. Ушли, например, сюда. Где-то оп, загрузку ему оставили. Видите, вот загрузили руку. И начинаете вот этой рукой наблюдать, что происходит. Он еще стоит. Но если вы еще начинаете поддавать, где-то ему добавлять, начинаете сбивать. Снова идет. На любую часть тела накладывайте. Идет укол. Вышли. Раз. Наложили. И вот здесь загрузку держите. Не отпускайте. Плечи, видите, работают. Рука работает. Ноги. Начинайте сбивать. То же самое. Ушли одной и той же рукой. Раз, два. Видите, он стоял, чуть присели. Как только почувствуете, что он на вас оперся, можно его сбивать. Ушли сюда, рука волной подцепляет. Видите, здесь уже рычаг. Сначала можно раздельно, потом слитно. Защита. Третий способ. Пока вот уходит просто в плотную линию. Встанет, держать дистанцию. Раз, два. Опять встали. Раз, два. Здесь тоже самое ближе к руке. То есть не сюда стараемся принимать, а ближе к руке. Встали. Раз, два. Все, столько раз. Раз, два. О, как бы догоняю. Встали с выпадом. Раз, два. Туда. Запускайте. Опять хоп, посмотрели. Можно подвигаться, посмотреть. Опять пошли. Хоп, хоп, туда. Запускайте. Выпад. Хоп, хоп, туда. Раз, два. Опять вращение. Ушли и забрали.
Видите, вот прям наматываете. Встали отсюда. Оп, оп. Опять же можете. Смотрите. Раз, два, три. Все, здесь уже продолжаете. Четыре. Медленно. Встали. Оп. Оп. Смотрите, как она идет опять. Вы ушли. Раз. Два. Не отрывается. Да. Она прилипшая. То, что мы все делали вот сверху. Катается по палке. Встали опять. Раз, два. Почему опять? Смотрите. Вы встали. Раз, два. Она прилипшая, она видоизменяет. Сюда ушли. Раз, два. Сейчас следующее, смотрите. Медленно опять идет укол. Раз. И прикладываем. Раз, два. Раз, два. Более свободно уже. Теперь уже можно не по линии. Вы становитесь. Оп, оп. Видите, вообще пропуск делается. Угу. Смотрите, не так, что и сюда. Теряю его. Медленно. Сюда, сюда. Уже что опять? В разминке кто видит связь? Ну шаг влево-вправо. Ну что делали? Вот вы встали. Ушли, забрали. И здесь держи, держи. Оружие держим, не подыгрывайте. Может первый снимать способ. Еще разочек. Первый уводить. Но ваша задача сейчас ушли. Третий способ. Вливайте. По ходу, смотрите, медленно. Раз, два, и плечом три. Вбиваете. Сняли. Раз, два, вообще плечом сейчас. И оружие держим. Держит рука. Я же тебя не выкручиваю. Еще раз медленно. Ушли, прихват здесь, смотрите. И вот идет, идет удар. Вы. Опа. И плечом. Съем, съем. И вот здесь не в сторону, а вы просто начинаете, вкручивая, садимся в треугольник. Все, здесь либо перекрестили, ударили, ударили. Еще раз. Отсюда сняли, сняли и в треугольник. Сорвется, не сорвется, вы уже будете сбивать. Движение, то, что мы делали. И теперь вы знаете, еще раз, в одну линию. Съем, встали, вот она, в одну линию, пошли. Ай. Раз, два, опа, три. Все, она есть, вы ее уже выдернете. Чуть-чуть только. Разницу кто увидел? Конечно. Еще смотри. Пожестче. Вперед. И еще, теперь медленно, слитно, смотрите. Четко вниз. Треугольник. Сместились, хоп. Еще раз, смотрите, ушли. Раз, два, три. Перенаправление. Медленно, не торопись. Раз, два, три. Раз, два, три. Видите, выводится. Еще, смотрите. Раз, два. Отсюда, смотрите. Три, четыре. Вот какая удача. Еще, смотрите. Раз, два. Сами в сторону, его по линии. Отсюда. Раз, два. Оружие отпускает, значит, три. Еще, смотрите. Раз, два.